от другого. Девочка милая, как же ты так? Классика строга, ты полюбила его словно бога, но у него таких ласковых много. Девочка милая, как же ты так? С его самых громких слов, с его самых жарких чувств ты собираешь пазл слов под названием «Абьюз». Ты так хотела по-другому, но я за тебя боюсь, я у тебя сама спрошу, как ты к нему попала? Прочла его переписки, но ты последняя в его списке. Девочка, надо ли оно тебе? С грустными текстами, сториз для близких. Это нечестно, что он тебя высмеял. Ты разбит, он снова чист. Девочка, надо ли оно тебе? Знаешь все его пароли и нашла ключи для чувств. Он тебе вслед, лишь черт с тобой. Прибежишь, когда просплюсь, он не станет выйти боли. Он оставит с кем-нибудь, я у тебя сейчас прошу. Спасибо огромное!